Потому что служба будет только в субботу у нас. Утренняя литургия. Что крест будет даже до субботы стоять. Так что имеете возможность всю неделю сами приходить, приводить своих родственников и прикладываться к Христу. С сегодняшнего дня начался Успенский пост. И будет 2 недели продолжаться до Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост такой же строгий, как и Великий пост. Но насчет пищи строгости заключается в следующем. Можно кушать всякую растительную пищу в любом ее приготовлении. Видите, и даже мед, хотя пчелы его собирают, но с нектар, с растений. И мед можно. Ну, соответственно, ну, всякие сладости можно, но для тех, кто, у кого нет сахарного диабета, а так, пожалуйста. Ну, или даже и диабет в малом количестве. Сладкое можно употреблять, это тоже постное. А уже скромной пищи и рыбной не употребляем, за исключением преображения Господня. Оно в этом году совпадает с воскресеньем, 19 августа. На преображении можно кушать и рыбную пищу один день. Ну, сегодня у нас литургия закончилась. Мы и водосветный молебен совершили. Неплохо было бы, ведь мы освещаем квартиру, там помещение, где живем, где обитаем, на крещении Господне. Это 19 января или на сочельник. А кто живет, допустим, выезжает на дачу, а как там 19-го, то поедешь, там снегом все занесло, не доберешься, а осветить все равно надо. А вот видите, в начале августа, ну, 14-го, это по-новому, а по-старому 1 августа сегодня, совершается малое освещение воды. Это для того, чтобы мы могли и везде еще окропить, где зимой не могли добраться, а вот сегодня, вот или в ближайшие дни, окропить, осветить. Так что имейте это в виду. Можно водичкой осветить? А мы уже осветили. А водичкой, да. Водичкой окропить, да. Можете, спаси Господи, люди твои петь. А если не знаете, то хоть Богородице, Дева, радуйся. Ну вот так. Сегодня, да, надо было бы окропить. Кто не смог на крещение где-то по какой-то причине. Можно той же крещение, у кого нет. Потому что, видите, когда нам есть заказ, будет, если будет спрос, будет предложение. У нас до сих пор еще крещенскую воду-то не разобрали полностью. Так что, если бы был сегодня спрос на вот эту воду августовскую, то мы бы поставили клад и все. А не нужно. Нет нужды. Не хотят. А нету спроса, нету предложения. Вот. Так что можете и крещенское сегодня попробовать. Спасибо, Господи.